Октябрьский суд Саранска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 21-летнего жителя поселка Николаевка. Молодой горожанин обвинялся в убийстве отца, которое было совершено в конце августа прошлого года. Все произошло в квартире дома номер 13 по улице Школьная. Следствием и судом установлено, что в ночь на 30 августа 2020 года мужчина табуретом нанес множественные удары своему 50-летнему отцу по различным частям тела, после чего покинул квартиру. А когда вечером вернулся, решил избавиться от тела, сбросив ее со второго этажа на улицу. Погибшего в 7 часов 30 минут утра обнаружили местные жители, которые незамедлительно сообщили о случившемся в полицию. Молодой человек, увлеченный в совершении убийства, был задержан. По факту убийства ВСК возбудили уголовное дело. В отношении сына провели судебную психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В связи с этим суд освободил молодого человека от уголовной ответственности и применил к нему принудительные меры медицинского характера. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».